Всем здравия желаю, дорогие подписчики, и сегодня в данном видеоролике я продолжаю рубрику от рядового ДПС до оперативника Федеральной службы безопасности. В данном видеоролике я поймал машину, которая находится в угоне, и заработал с этого очень много денег. И, кстати, делаю это вместе с ютубером Зепи, на него оставлю ссылку в описании, подпишитесь на парня. Ну а также хотел бы порекомендовать проект Amazing Online, скачивай игру по ссылке из описания, заходи в лаунч, и вводи свой ник и заходи на сервер Green и вводи мой промокод GOLD, который даст тебе 300 тысяч рублей X2 буст прокачку. Тебе это очень сильно поможет в развитии. Но я не буду тянуть, и мы поехали. Слышь, что? Она не в розыске случаем? Копейка, нахуй. ВАЗ-2101 без номеров, да, розыске. Правая бочка, не прижимаемся, ВАЗ-2101. Ну нифига, да, я что заметил. Внимание, требуется содействие. Сейчас ведем погоню за угнанным автомобилем. ВАЗ-2101 белого цвета. Двигаемся по трассе Арзамас Южный. Позади оставили гоночный трек. Открыли огонь по колесам, машины сейчас выведены из строя. Находимся на трассе Арзамас Южный. Я с понятными руками вышел. 7-6-4-2-3. Где, бля, диджект 1-7-6-4-2-3, блядь, 706. Ебать, я пока напишу. Давай, блядь. Снял маску человека напротив. Достал численный перчат и начал досматривать человека напротив. Так, ну все в норме. Здравия желаю, инспектор отдельного батальона ДПС управления ГИБДД Российской Федерации, сержант полиции ГОЛД. Внимание, требуется эвакуатор на вызов СОС. Угон? Кража? Ну да, это тайное хищение этого автомобиля производилось. Это ж не открытое хищение, значит кража. Нажал на кнопку спуск крюка, машина подцепилась. Нифига, да, РП. Поехали в Южный сразу. Или, а, не, в Арзамасе ставим машину. Понял. Принял. За непредоставление преимущества, блядь. Ебать, 200 тысяч сюда, блядь. Открою форум. Опа, смотри, 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 чё. Через 29, через 29. Он в розыске? Не знаю. Ну, видишь, что пишет менталохи? Нет, не в розыске. Ну тогда тормози его. Да как ты знаешь, что, что это? Это? Правая обочина, прижимаемся. Бил номер автомобиля, нашел здесь дело грязи, начал бить его розыск. В пути, бля, объявляем, ёбаный рот. Вот так делаем. Сейчас, погоди, откатить надо. Откатим, откатим. Okay. Правой обочине прижимаемся, приора черного цвета. Внимание всем экипажам, ведем погоню за черной Лада Приора. По правую руку проезжаем отель Диана. Двигаемся к, к выезду из города Арзамас. Водитель поехал по трассе Арзамас Южный. В сторону Южного. Пробили колеса, водитель попал в ДТП, производит разворот. Машина выведена из строя. Из машины с поднятыми руками, я сказал. Я его сейчас догоню, наверное. У тебя мне диджек похуй. Есть, да? У меня диджек есть, да. Я же сержант теперь. Хорош. Я за машиной пока. Да, он вышел. Ну, кайф. Все, погоня окончена. Придумал с номером. Ну?
Ну и парни, ролик подходит к концу. Он получился достаточно динамичным, но коротким. Я надеюсь, вы не забыли поставить лайк, а также подписаться на мой канал. И не забыли написать комментарий, ведь для меня ваша поддержка это очень многое значит. Ну а с вами был Голд, и всем спасибо, всем до встречи!